Искусство на страже здоровья. Тюменские художники раскрасили стены детского отделения Федерального центра нейрохирургии. Над росписью трудились педагоги школы «Гармония». Работали все Рождество. Сюжет выбрали самый подходящий – русские сказки. Дизайн выполнен так, чтобы маленькие пациенты могли не только рассматривать рисунки, но и сами сочинять истории. Мастера использовали безопасные краски, ткань и технику декупаж. В планах продолжить работу и оформить двери и палаты в отделении. Сейчас лечение там проходит 10 малышей. На данный момент все равно медицина стремится более приблизить как бы, к домашним условиям ребенка, то, чтобы он находился и не чувствовал как бы, разницы, там, и более домашнюю атмосферу создать, чтобы выздоровление происходило быстрее.